чье бедро? Как думаете, чье бедро? Чья нога? Написано его. Так у всех такие шорты просто? Нет, другие. Ну, я понял. Наши это из зала. Но они могли не догадаться. Ну да, ты же. Что, ответочка? Ну давай. Она, конечно, не такая эффективная, как у дяди Сережи, но дядя Сережа у нас профессионал, а я дилетант во всех видах спорта. Но зато во всех. Смотришь, как он показывает. Ну зато во всех. Кстати, на тебя сейчас 400 человек. 80 обычно человек у тебя. У тебя обычно 480 минимум, который я вижу. Обычно за 1000. Потому что, ну, дядя Сережка у нас уже прожженный блогер, молодой старый блогер. Чего ты не добавляешь, 400 будут на тебя глядеть. Так, ну срочно надо что-то сделать. Это коалиция, не знаю. Подписчики, срочно. Это шутка, конечно, что вы развелись, что ли? Тоже перископия? Перископ. Все перископия. Давайте все дружно сядем кружков перископа, будем друг друга чатить. Троллить, банить и тому подобное. А это кто такой? Какой-то, бородатый мужик. Какой-то опять бомж какой-то прошел. Это реинкарнация. Пойдем начнем. Я попал в этот коробке. Что ты делаешь, Славик? Выполз поесть немножко. Что-то мы ели. А Миронову сегодня не было плохо на лодке. Что Миронову? Не было плохо на лодке. Почти. Ну почти, ну да. Почти не было плохо. Меня не вытошнило, друзья. Привет, кстати. Кто смотрел? Кто смотрел вторую серию выпуска? Я опять перископ. А он через. Славик, хвались, что делаешь на этот раз. Рисуешь? Так, пока тут голова. О, это ты кого, Юрку рисуешь? Что нарисовал в результате? Мне кажется, что он нарисовал тот камень, Славик, который сегодня увидел. Саня, может, он тебе новую тату нарисует на грудь? А. Дай ему эти. Привет, Фарида. Как старел выпуск? Где он написал добрый комментарий. Я вроде видел, ты что дописал. Как у вас там дела? Наверное, надо мне вот так. Дядя Сережа вообще жирный стал. Жирный, здоровый. А тут перископил. Ну ничего, сейчас скоро выйду, да досмотришь вторую серию. Хорошо. Хорошо. Зашла шутка. Простите. Тогда от меня придется. Мы это вырежем. Да я все снимаю. Так двояко это звучит. Борода. Да ладно. О. Спасибо, Фарида, ты хоть меня поддерживаешь. Хоть говоришь, что Серега может жрать. Но лучше говорить, чтобы Серега не жрал. Потому что начнет ваш слушать и станет как Михаил Кокляев. Очень огромный и сильный. Или просто огромный. И все. Гоша дома. Гоша где-то тут по Пхукету мчит. Ездит. О-та-та-та-та-та-та-тан. Рубились. Во второй серии у нас было. Сжали собственный вес. Я жал сотку. Ой, я жал 110. Денчик жал сотку. Тоже выиграл на количество раз. Как вы думаете? Надо, наверное, мне поехать домой. И поработать немножечко. Предплечье. Под предплечьем тоже особо я не выиграл. Не вытянул. Так был бы второй. Забаранил вторую попытку, решил сразу 125 вытянуть. Но, сука, не вытянул. Вот. Так что, такие дела. Санька не жал у нас. Санька не жал. Надо лямки или суперклей на руки налить. Лайки там поставьте, ставьте сердечки, больше тыкайте, сжигайте калории, сжигайте, быстрее, надо много лайков, что-то я не вижу, где лайки-то идут, что ж, жалко, что ли, пальцем потыкать по экрану. Не буду ничего говорить тогда вам. Обижусь, не буду говорить ничего. Не ставят лайки, сволочи. Все будете смотреть на эту, на стену.
И не соберу миллион лайков. Я же к миллиону лайков стремлюсь. Потом 10 миллионов лайков. Потом 100 миллионов лайков. Так это ж хорошо. Это ж хорошо. Вы сжигаете калории дополнительно. Это очень полезно. Мне вообще надо все время тыкать на экран. Что там в России творит? Что интересно? Что происходит? Что произошло? Что произошло интересного? Кто там чего? Кто там кому засадил? Троеборно. В каком Троеборье нет у меня. Холодно, говно, Спартак чемпион, в Казани снега ноль. Зенит второй. Москву захватили китайцы. Москву захватила новогодняя суета, наверное, там. Так. Все так же. Тащи, педики. Практически. На раз, что на раз? На раз что? Жим? Не знаю, нажим не жал. Сегодня, пожалуйста, 10 на 30, вчера на 31 раз. Такой в качевском стиле. Хороший результат, я считаю, на самом деле. 110 на 31. Раньше я так не жал. Надо попробовать будет еще так жать. Килограммчиков. Килограммчиков 140 жать бы раз на 20. Было бы вообще круто. Четко так навесил три блина и пожал. Данечка пожал сотку на 43 вроде. А я пожал 110 на 31. Проиграл. О, не гони за весами. Вообще стараюсь работать с маленьким весом, блин, чтобы максимально мышцы там, блядь, не париться по этому весу, ломать, блин, локти. Свои плечи там и все остальное. Так что небольшой вес рулит. Рулит. О, тут, походу, елку будут собирать. Ну ладно, друзья, что, вышел. Всем привет, всем щелчочек. Банка здоровая. Давай, дави. Все, всем пока. Скоро выйду еще, когда-нибудь. Может завтра, может сегодня. Может послезавтра.